Ты наемник, и у тебя богатый опыт. Это кто? Отдыхающий? Ты же сказала, все чисто. Я сказала, впереди все чисто. Впереди и сзади. Чисто, грязно. Чисто, грязно. Короче, приступим. Ну что тут у нас? Похищена одна довольно опасная штуковина. Ей нельзя попасть на черный рынок. Кто покупатель? Грег Симмонс. Миллиардер, торговец оружием. О, сколько милых лиц, прям кровь стынет. Для такого дела нужна достойная наживка. Несомненно. И на что ловим? Дэнни Франческо. Актер, да? Любимый актер Грега Симмонса. А как подцепить его на крючок? Шантаж. Цинично. Мне нравится. Начнем. Это твой шанс сыграть величайшую роль в своей жизни. Ты вообще кто? Твой новый менеджер. Слышал, между тобой и твоей кузиной аж искры брызжут. Да, я люблю свою кузину. Да, Дэнни. Притом во всех смыслах. Да хватит дергаться. Хватит дергаться? Они всего лишь убийцы. Ты же актер. Играй. Ладно, я готов. Заработал. Кто-нибудь ущипните меня. Это Дэнни Франческо? Какие творческие планы? Сыграть загадочного талантливого миллиардера. То есть сыграть меня? Смотри, вникай. Повторяй все за мной. Что бы я ни делал. Кто бы ни снабжал Грега, вчера он был среди нас. Украинцы. Я внедрюсь в банду украинцев. Ты только не забудь их сперва в кино сводить. Ну, перед тем, как будешь в них внедряться. Недобрые лица. Ну так подправь их. Мило. Что случилось? Он тебя узнал. Орсон по кличке Фортуна. Звучит сексуально. Тебя раскрыли. Мы в жопе. И что делать? Звезда, похоже, гаснет. Займись Дэнни Франческо. Займись Грегом Симмонсом! Я всем займусь. Что будешь с этим делать? Убейте, я буду стрелять в них, Дэнни. Думаешь, тебя никто не видел? Да. В смысле, да, тебя никто не видел? Да. Или да, тебя видели? Да. Операция «Фортуна. Искусство побеждать».